Дядя, дядя. Я сам. Уйдемте, вас. Простите. Оставь меня. Я сам. Он зам. Благодарю вас, дядя. Что вы смогли посетить нас сегодня, в третью годовщину смерти нашей матери. Благодарю вас. Господин Бонемон, спасибо вам большое, что пришли. Как ваше здоровье? Что это ты учудил тогда на поле? Помнишь? Да. Ты ведь самурай. А берешься, черти, за что? Что такое? Огнестрельное оружие — это не путь самурая. Война — это когда идут на врага с мечом или копьем. Так всегда делал я, Катагири Канбей. И должно называть друг другу свое имя. Сражаться. А все решит? Мастерство воина. По-другому нельзя. Эти иностранцы не варвары. Дядя, я вам хочу возразить. Если бы война шла так же, как 300 лет назад, то мы бы использовали только меч и копье. Только лук и стрелы. Однако европейцы начали придумывать все новую и новую технику для войны. Мы не должны отставать от них. Да. Думая о новом, выбрасываем старое. Так считают европейцы. И у нас теперь такая же война. Наверное, нам придется научиться так мыслить. Выбрасывать старое. Это уж точно совсем по-варварски. А ты дурак? Ты женишься? Женюсь? Мне есть жена. Это вот Мунэдзо у нас в власти. Ну, значит, ты дурак. Что-то я не понимаю. Какое отношение имеет пушки к моей женитьбе? В этом мире все связано, дурак ты! Дядя, выпить подано в покое священника. А где, где, где? А ты кто будешь?